тебя слишком мягкая плоть. Крадусь мимо них. Почувствуй укус змеи. Сдерживаю врага. Мы примем бой здесь. Две луны, красная и синяя. Смерть уже близко. Умри, умри, умри. Славы. Мы перехитрим наших врагов. Дерзкая тварь. Они даже ничего не поймут. Уйди с дороги. Ха. Измотаемы. Мы приближаемся. Нечистота — это сила. Наслаждайся болью. Это будет забавно. Может, умрёт уже? Мои лавы, ты не теперь. Я умру, как мученица. Во имя огня и славы. Я пойду здесь. Почувствуй вкус своего клинка. Прорываю линию обороны. Удерживаю строй. Это да.
Смерть! И снова смерть! Чистота — это сила! Искусство и ярость. Почувствуй, ты змеи. Они даже ничего не поймут. Наслаждайся болью. Это будет забавно. Умри. Готовлюсь к наступлению. Я займусь нами. За Илиан! За нами! Ты бросаешь вызов мне? Почувствуй вкус змеи! У тебя слишком мягкая плоть. Смерть, возвращение и снова служу темному пламени. Жгите плоть. Я есть алтарь. Гори в моем пламени. Ничтожное создание. Наслаждайся болью. Смерть! И снова смерть! Может, почувствуй вкус змеи. Все кончено. Призванный кошмар. Жгите плоть. Попробуй поймай.
Попробуй. Нет. Мы примем бой здесь. Кошмар. Бетрезен, даруй мне свой гнев. Дерись давай. У тебя слишком много. Служу темному пламени! Огни стихий, горите! Защищаться бесполезно! Боль — это да. Я пойду здесь. Попробуй, мой нет.
пламя! Ярость! Я залежу твои раны. Мы подчиняемся. Мы гнев. Тоже слышите эти голоса? Вы мне еще послужите. Кости нужны, чтобы их ломать. Они даже ничего не поймут. Попробуй, яд! Быстрее! В наступление! Я займусь этим. Измотаем. Тебя слишком мягкая плоть. Смерть! И снова смерть! Гнев! Гнев! Цепи! Бешенство! Две луны, красная и синяя. Тебе конец. Мы одержим победу. Тоже слышите эти голоса? Плоть — это тюрьма.
Сдерживаю врага. Мы не сдадимся. У тебя слишком мягкая плоть. Нас много, но мы действуем как одна. Тоже слышите эти голоса? Нечистота — это сила. Мы подчиняемся. Плоть — это тюрьма. Две луны — красная и синяя. Нечистота — это сила. Дист Хойлентот. Мы подчиняемся. Наслаждайся болью. Ничтожная тварь. Мы приближаемся. Балтакан Хойлентот. Прокрадусь мимо них. Я займусь, Мави. Луны, красная и синяя. Нечистота — это сила. Почувствуй вкус моего клинка. Почувствуй вкус змеи. Тебе конец. Тоже слышите эти голоса? Дист Хойлентот! У тебя слишком мягкая плоть. Плоть — это тюрьма. Балтакан Хойлентот! Залежу твои раны. Сделаем это медленно. Жалкие червяки. Для того, чтобы их ломать. Они даже ничего не поймут. Я займусь, Мави. Залежу твои раны.
это дар. О, мне это понравится. У тебя слишком мягкая плоть. Мы приближаемся. Смерть уже близко. Смерть! И снова смерть. Твоя плоть. Прокрадусь мимо них. Попробуй мой яд. Наслаждайся болью.
Сокрушу! Ничтожное создание.
Боль — это дар. Отправляемся в путь. Я его ярость. Это будет забавно. Может, умрешь уже? Огня и славы. Будет больно. Тоже слышите эти голоса? Призванный кошмар! Бетрезен, даруй мне свой гнев! Попробуй поймай. Будет больно. Две луны. Красная и синяя. У тебя слишком мягкая плоть. Смерть уже близко. Смерть уже... Смерть. Гори в моем пламени. Я служу темному пламени. Как мученица.
Подойди сюда, нежное создание из плоти. Пей, кричи, истекай кровью, отдайся раскаленным лунам. Я буду ее представлять. Она моя Корта. Вот как. Что ж, отлично. У нас новый боец! Да будет густа твоя кровь! Сначала ты должна выбрать имя, свой титул в бойцовских ямах. Выбирай с умом. Я освободительница. Я пришла сюда, чтобы освободить Невендор. Нет тирании ужаснее, чем одержимость свободой. Но так тому и быть. Готова ли освободительница стать героем бойцовских ям? Как никогда. Да будет густа твоя кровь. Тоже слышите эти голоса? Нечистота — это сила. Боль — это дар. Я пойду здесь. Почувствуй вкус змеи. Бешенство. Я пошла. Умри. Я служу темному пламени.
Огни стихий! Горите! Готовлюсь к наступлению. В наступление. Гнев! Смерть уже близко. Может, умрем? Почувствуй вкус моего клинка. Попробуй мой. Сдерживаю врага. Мы не сдадимся. Мы приближаемся. Балтаган Хойлентот. У тебя слишком мягкая плоть. Дерзкая тварь. Я умру как мученица. Вперед! Огни стихий! Горите! Я искупаюсь в огне! Мы одержим победу! Мы не сдадимся! Тоже слышите эти голоса? Это будет забавно. Во имя огня и славы. Попробуй поймай. Чувствую вкус моего клинка. Будет вкус. Действуем сейчас, сожалеем после. Их. Пусть они будут прокляты и присоединятся к падшим на борту Хельзедена! Пусть посмотрят своему богу в глаза! Определился победитель раскаленных лун! Освободительница! Чувствуешь это, освободительница? Толпа возбудилась, публика в экстазе, ее жажда растет, и она просит новых зрелищ.
Раскаленные луны не просто просят, они требуют еще. Ты готова сразиться еще раз? Луны никуда не денутся. Я не спешу. Твоя первая битва меня впечатлила. Но этого недостаточно, чтобы стать чемпионом раскаленных лун. Они требуют большего. Я готова. Кто следующий? Отряд нежити и эльфов. Посетив могилу Ватана, они прошли по пути плоти и пламени, чтобы прийти сюда. Возможно, путешествие их измотало, но я уже видел, как они сражаются. Они безжалостные бойцы. Да будет густа твоя кровь! Возвращение после грандиозной победы! Встречайте! Освободительница! Я пойду здесь. Будет больно. Я вижу врага. Умри уже. Бесшумным шагом. Я в пути. Грядет битва. Удерживаю врага. Удерживаю строй. Мы подчиняемся. Балтакан Хойлин тот. Боль, это да. Thank you.
прокрадусь мимо них. Я займусь этим, Ави. Уже в пути. Прорываю линию обороны. Мы примем бой здесь. Балтаган Хойлинтот. Твоя плоть ноет от боли? Мне это понравится. Умри. Пойду здесь. Почувствуй прикус змеи. Две луны. Красная и синяя. Сдерживаю врага. Измотаем. Вы мне еще послужите. Кость! Для того, чтобы их ломать. Они поддались искушению. Чувствуешь? Они упиваются кровью, что ты проливаешь. И луны притягивают кровь жертв к твоему клинку. Твое восхождение близко. Иди и возьми то, что твое по праву, чемпион. От всех этих битв у меня разыгрался аппетит. Давай сделаем небольшой перерыв. Ты одолела демонов, эльфов и нежить. Луны притягивают кровь жертв к твоему клинку. Твое восхождение близко. Иди и возьми то, что твое по праву, чемпион. Если луны хотят, чтобы я снова сразилась, то как я могу отказаться? Да будет густа твоя кровь. Что это? Надеюсь, они не ждут, что мы убьем этих людей. Так ведь? Если ты собираешься стать чемпионом, ты должна сражаться! Эти люди беспомощны! Они даже мечи удержать не могут! Мы отказываемся! Они отказались сражаться за Верантор! За это они поплатятся жизнью. Либо их убьешь ты, либо они умрут медленной и мучительной смертью.
В любом случае, их кровь на твоих руках, освободительница. Что же ты выберешь? Довольно. Ни слава, ни титул не оправдывают бессмысленное убийство. Уведите их. Слуги в цепях? Я пришла сюда драться с чемпионами, а не с жертвами. А их кто представлял? Что еще ты скрываешь? Отвечай. Я сжалился над ними. Они жаждут переродиться на корабле духов и проплыть по пламенному морю к Бетрезену, чтобы он превратил их в демонов. Отбирая у них возможность умереть в бойцовских ямах, ты отбираешь у них шанс обрести свою судьбу, обрести бессмертие. Почему? Из-за никчемного чувства жалости? Довольно. Моя Корта заслужила право встретиться с чемпионом, с глазом раскаленных лун. Позволь, пусть она сразится. Это так. Глаз следил за твоими успехами. Он принимает твой вызов. Он красная луна, а ты синяя. Вместе вы сольетесь воедино. Ты сразишься с глазом раскаленных лун, чтобы заслужить право стать чемпионом? Я пришла сюда за этим. И я покажу, как сражаются настоящие чемпионы. Только есть один нюанс. Ты должна выйти на бой одна. Да будет густа твоя кровь. Меня называют Освободительница, но ты можешь звать меня Авиана Илианская. Как твое имя? Баталь, безродный. Хорошо говоришь, значит, дерьмово дерешься. А если ты дерешься так же, как и говоришь, значит, битва будет короткой и скучной. Ха, ты мне нравишься, Илианская. К бою? О да, безродный. К бою! Теперь ты глаз, чемпион. Посмотри своим глазом. Прозрей. Теперь у раскаленных лун новый глаз. Да здравствует Авианна Освободительница! Пока они кричат, можно поговорить. Там, внизу, в тени колдуют демоны. Наша кровь стекает туда. Демоны купаются в ней. Боль подпитывает их заклятие. Я покажу тебе. Идем. Эврик, это не то, что ты видишь здесь. Там, внизу, совсем другой Эврик. Смотри внимательно и увидишь. Ничего не понимаю. Другой Эврик? Что ты имеешь в виду? Этот Эврик — лишь пища для другого. Темные заклинания, безумолку творимые нечестивыми устами. Они питаются нашей болью.
Если там прячутся демоны, как же я их найду? Не я. Мы. Это в пустошах. Далеко на востоке. Там мы найдем тайные пещеры. Баталь, если я правильно тебя поняла, ты сильно рискуешь, доверившись мне. Бездействие — это смерть. Сегодня я не умру. Значит, это не просто праздник с битвами и попойками. Слишком все было хорошо, чтобы быть правдой. Так бывает всегда. Идем, нам пора. Веди. Thank you.